простой и вкусный овощной салат, который можно подать как самостоятельное блюдо в качестве одного из ингредиентов к салату или другим блюдам. Рассказываю вам, как приготовить корейскую морковь. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Первым делом очистите морковь и вымойте ее, затем натрите на специальной терке для корейской моркови. Выложите овощи в большую миску или в кастрюлю с крышкой. В мисочку налейте оливковое масло, уксус, соль, набор специй, сахар, молотый черный перец, измельченные зубчики чеснока. Влейте смесь специй в кастрюлю к моркови и перемешайте, лучше руками. Накройте салат крышкой и отправьте его в холодильник на 10 часов. Подавайте охлажденный салат, можно украсить веточкой зелени. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!